Наша следующая участница списка звезд, порадовавших общественность находкой нового мужчины мечты, всегда в своих начинаниях доходит до конца. Потому что имя ее Юлия Волкова, и потому что у нее в 25 уже целых двое детей. Юлия Волкова – женщина с потрясающими губами, с потрясающим количеством детей в ее возрасте. Ну, хотя, в принципе, это нормально, но учитывая, что другие исполнительницы как-то стараются повременить с этим, либо это делают втайне, она делает открыто, со всеми, и тоже девушка не глупая, выбирает себе хорошо обеспеченных мужчин. С кем только пресса не приписывала Юлию Романову. В списке счастливцев значатся Сергей Лазарев, Влад Топалов, отец ее первого ребенка Павел Сидоров и отец второго Парвиз Ясинов. Юлия Волкова вообще очень интересный персонаж. Она, во-первых, она плодовита очень. Она, мне кажется, от каждого своего мужчины рожает всегда детей. Это первая задача. После расставания с последним в начале прошлого лета экс-солистка скандальной группы «Тату» некоторое время походила одна, наедине с своими новоприобретенными губами. Но в конце 2010-го вышла таки в свет с коренастым бизнесменом Владиславом. Мне вообще казалось всегда, что Юлия Волкова, она довольно такая эксцентричная и эпатажная девушка, которая выбирает не для того, чтобы ей вот как комфортно, возможно, было, а для того, чтобы эпатировать и шокировать публику. Я очень соболезную Владиславу, потому что не убояться Юлии Волковой – это уже... Это подвиг. Я бы на самом деле не удивился, если бы встретил их где-нибудь в Бутово вдвоем под ручку, потому что это вот именно такого амплуашного какого-то характера пара. По слухам, бизнесмен Владислав уже вовсю живет с артисткой Волковой в американском доме, где недавно Юль проживала со своим гражданским мужем Парвизом, ну и вообще собирается отвезти ее в ЗАГС. Если бы я начал встречаться с Волковой, я бы тоже с удовольствием жил в ее загородном американском доме. Почему бы и нет? Вообще, я тут узнала, что Юля-то у нас не лыком шита, и она, оказывается, именно ей принадлежат все права на группу «Тату». Как известно, свято место пусто не бывает, а очень красивая женщина никогда долго не сидит в одиночестве. Поэтому продолжаем следить за развитием событий и отправляем вновь влюбленную Юлию Волкову на 6-е место нашего парада влюбленных звезд отечественного шоу-биза.